Боже, и зачем бы тебе не простить меня, не снять с меня проклятие своего? Ибо вот я лягу во мраке, завтра поищешь меня, а меня нет. Так зачем бы тебе не простить меня? Боже! Я начинаю помнить себя вот с такого случая. Я сижу на дороге. Сенокос, зной, никого на улице, никого. Так иногда кто-то протарахтят дрожки, проскочит верховой, и опять надолго установится сухая тишина. Я сижу на дороге. Делаю пирожки. Но это делается просто. Для этого нужно сначала привезти из дома ковш с водой, затем немного поливать в пыль. Образуются вязкие комочки грязи, вот из них-то и лепятся пирожки. Это делается для того, чтобы потом разложить их поперек дороги и ждать, покуда не проедет телега и не раздавит их. И ждать приходится порой подолгу. И вот вдруг вдалеке появляется телега. Я быстро прячусь в крапиву. Благо, крапива у нас высокая. Жали только верхнюю ее часть, а внизу можно легко, спокойно спрятаться. И вот я сижу в засаде, жду. Телега все ближе, ближе, ближе. Сердце замирает. Телега приближается, приближается, приближается. Вот мужик заметил мои пирожки и оглянулся. Оглянулся, никого нет, и лениво подстегнул коня. И вот тут я замечаю, и сердце мое замирает. Я вижу, как сначала
Ноги лошади разметали пирожки по всей дороге, потом все четыре колеса. Я выскакиваю из крапивы, склоняюсь над дорогой. Почти все погибли. И радуюсь. Сажусь и заново начинаю лепить пирожки. И есть, наверное, в этом какой-то смысл. Есть. И, наверное, вот что. Мужик-то ведь, он же не знает, что там пирожки. А я знаю. Он не знает, а я знаю, что он заметит их и оглянется. И в этом, наверное, есть какой-то для меня смысл, что я знаю, что он оглянется. Вот за этим занятием и застал меня наш соседский телок. Я ужасно его боялся. Мы дразнили его издалека, когда он, расставив задние ноги, злобно мэкал, мы все разбегались кто куда. И вот тут я не заметил, как он подошел ко мне. Когда я увидел, он уже был в 5 шагах. Я было вскочил, но тут же сел, потому что ноги отказали от страха. А он злобно мэкнул и побежал на меня. Я, видимо, заранее уже лег на спину, потому что он тут же стал меня катать. Тут голос ко мне вернулся. Я закричал, что есть силы. Телок даже испугался, глупо смотрел на меня, расставив задние ноги. Потом кто-то выскочил из избы. Вот он-то и спас меня. А потом я еще помню вечер. К нам пришла какая-то цыганка. Шептала там что-то, ходила. Я лежал на печи, а она шуршала своими юбками в углу. Мать смотрела на нее с надеждой, а та взяла воск, растопила его в ложке и вылила в стакан с водой, а потом закивала галочной головой, что-то там шептала, говорила. Мать ей говорит, да не собака, телок ведь его испугал. Потом они почему-то долго спорили, кричали, почему-то говорили о соседском петухе. А потом я взял эту воду, над которой так долго что-то шептала цыганка, и выпил ее. И уснул. И еще я помню, как у меня появилась сестренка. Вот раньше как-то ее не было, а потом она раз и появилась. Мы как-то раз были с ней в яслях. Мне там что-то не понравилось. Я пошел и забрал ее. Идем через всю деревню, все меня останавливают, взрослые спрашивают. Васька, ты куда ее ведешь-то? Так это мне мать так сказала. Врал. Я очень рано научился врать. Пришли домой, матери, конечно же, дома не было. Мы сели на крыльцо и уснули. Ведра поливает, с ведра поливает, землю прибивает, ой, землю прибивает, брат сестру качает. Ох, Лёшаньки, Лёли, брат сестру качает, брат сестру качает, ещё величает, сестрица родная, расти по. Ой, расти поскорее, да будь поумнее. Ох, Лёшаньки, Лёли, да будь поумнее. Вырастешь большая, отдадут тебя замуж.
тебя замуж в чужую деревню. А в 33-м году отца арестовали, угнали в районную каталажку, сказали, хотел, сволочь, такая восстание подымать. Мать плакала, думала, отпустят. Не отпустили, перегнали в Барнаул. На улице дождик с ведра поливает, с ведра. Землю прибивает, ай, Лёшаньки, Лёли, брат сестру качает. Да мать, еще одна молодая баба. Поехали в Барнаул. Пришли в тюрьму, передачку приняли, а начальник посмотрел в книгу и спрашивает, дети есть? Есть, двое. Не жди его. Устраивайся как-нибудь. У него высшая мера наказания. Много кого еще потом взяли. Никого мы больше не уже не видели. Страна советов, родина свободы, наш край прекрасен и просторен, и богат. Я выбираю власть всего народа, товарищ Сталин, мой первый кандидат. Все они в 57-м году были реабилитированы. За отсутствием состава преступления. В чем обвиняли отца, я так никогда и не узнал. В бумажке было сказано, он умер в 42-м году, а к нам на другой день пришли двое, говорят, вытряхивайтесь, мать на отказаска отказалась вытряхиваться, взяла безмену, встала на пороге. А говорит, как дам безмену, куда ты со своим наганом денешься? Ушли. Стали мы жить. Мне 3 с лишним года, Наташке, сестре 7 месяцев и матери 22 года. Голоду натерпелись, холоду. На всю жизнь я сохранил к матери любовь и всегда ужасно боялся, что она умрет. Она очень часто хворала. А потом в нашей избе появился другой отец. Жить стало легче. И мое большое знакомство с жизнью началось... города Бийск. Меня привезли сюда родители 10-летним мальчиком. Это было первое открытие мира для меня. Если раньше для меня жизнь все бесконечными масштабами заканчивалась в селе, то теперь я увидел, нет, все не так. Город! Город напугал меня! Очень слишком много людей, все куда-то спешат. Никто друг друга не знает. У нас-то в селе все друг друга знали, а здесь нет. Да, это был новый мир. Я даже с легким ужасом впервые увидел качающийся мост. Мост! Это было первое чудо, с которым я столкнулся в своей жизни. Я даже подумал, что когда вырасту, я стану пожарным, потому что я увидел каланчу. Каланча так поразила меня, что да, я сказал, я вырасту, я стану пожарным. А потом я стал мечтать, что я стану матросом теплохода «Анатолий».
Потом я решил стать водителем машины. Это чтобы проехать по этому плавающему мосту. Чтобы вот так я еду, а он так раз и качнулся подо мной. Раз и качнулся. А потом уже, когда я побывал на базаре, я окончательно решил, все, я стану жуликом. Потому что там, на этом базаре, легче своровать арбуз, чем у нас в селе, у тетки-семенихи из огорода. Ну, уголовного кодекса я ж тогда не знал. Поэтому продолжил мечтать стать пожарным. Но слишком уж мне нравилась сияющая каска. Граждане, гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, другого моего отца не стало. Погиб, был убит на Курской дуге. Опять настали тяжелые времена. И вот отсюда, наверное, я хочу начать свой рассказ с того момента, с того времени, с какого я, наверное, помню каждый свой день. Но для начала я расскажу немного о своем селе. Село наше, Сростки называется, большое село, стоит на берегу красавицы Катуни, а Катуни в этом месте вырвалась из каменистых теснин Алтая, разбежалась на десятки проток и мечется, ревет среди камней. Через 40 километров она встретит свою величественную сестрицу Бию и помрет, породив от. И вот вместе слияния рек еще долго будет виден светлый след. Вода в Катуне белая.
Село наше образовалось в 60-х годах 19-го столетия, когда начались печальные события переселения народов российских на вольные земли в Сибирь. Приходили разные вятские, тверские, самарские. Селились пришлые все, как правило, ближе друг к другу, к своим. И так, наверное, образовалось сначала несколько деревень, потом они разрослись и срослись в сростки. Но зато сразу появилось несколько краев с разными обычаями, с разным говором. Это было 5 краев. Это была Баклань, Низовка, Мордва, Дикари и Голожопка. Вот так было еще при мне. Баклань – это коренные сибиряки, чалдоны, мужики. Ходят крепкие, скуластые руки в брюки. Смотрят на всех немного снисходительно, можно даже сказать, презрительно. Молчунные, говорить много не любили. Работящие, копейку лишнюю не пропьют. Все рыбаки, все охотники, у всех лодки. Катунь знали верст на 50 вверх и вниз по течению. Драться не любили, но умели. Бабы бакланские чистюли, работящие, но не искусницы, и рожать много не любили. Разговаривали примерно так: «Эй, ты что за этот день делаешь, что?» «Да я не знаю». «Как-то пойдем в островишко-то сплавом». «О, не, у меня припасишки вышли». «Так ничего, я тебе дам». «Ну тогда я потом в городишко-то смотаюсь, я тебе привезу». Это они так договорились на охоту пойти. И один другому пообещал дать ружейных припасов. Низовка – это уже что-то среднее между чалдонами и российскими. Это мужики красивые, драчуны, вечно на ножах с бакланью. Любили по праздникам подраться. Любили погулять, похвастаться столами тем, что на столе для гостей. Вообще считалось, что мужик живет хорошо, если гуляет часто. А у нас в селе часто гуляли. Но алкоголиков не было. Там все больше были Байкаловы, Любавины, Пономаревы, Мурчуговы, Быстровы. Говорили красиво, немножко нажимали на «р». Один подойдет, другой говорит: «Значит, здорово». И все. Тоже говорить тоже не любили. Да, большое село. Ну, Дикари, Мордва, Голожопка. Это все российские. Это Поповы, Бедаревы, это уже Бурзенковы, это уже Бровкины, Колокольники. Это края большие, крикливые, песенные. Там уж если гуляли, то с треском, с поножовщиной, с песнями, от которых становилось грустно. Это все хлеборобы, плотники. Умели поговорить. Могли, но могли и дело справить. Они не такие крепкие, как в Баклане или, скажем, в Низовке, но мужики верткие и, самое главное, дружные. Если там где один не справится, так он орду приведет. Мало кто рыбачил, мало кто охотился. Так, они больше знали толк в пашне, в лошадях. Любили справных хозяев. И семьи большие, семьи. И все друг другу родня. Большое село. Вообще в Сибири села большие. Даже есть такая присказка. Едет мужик на телеге, смотрит, деревня. Ну, остановился, спрашивает: «Скажите, пожалуйста, это что за деревня?» «Ярки!» Ему отвечают. Он ложится спать, опять поспал, опять просыпается. Опять деревня. Он опять спрашивает: «Это что за деревня?» «Так и Ярки». Опять Ярки. Он опять ложится, опять спит, опять проснулся, опять смотрит, опять деревню, опять спрашивает: «Это что за деревня?» «Да Ярки!» И вот так по кругу, пока не надоест рассказывать. «Эх! Срастенска Катунь, ты быстрая и глубока, крутые горы, перекаты, каменистые берега». Где
сердечко верит, кружа сам в речке, да не то туда слава признанья, жаль, что на свете до любви не до без расставания. Шабашная! Все цветочки, канты, чашки, коров, стручки, милки, ручки. Денег нету, рук меняем, девок нету, не гуляем. Землю грибы будут, моргай чаще, любить будут. Спорщики! Товарища, говоришь, что не устал. Тебя Вилка разлюбила, говори, что сам отстал. Анна-тарна, Анна-тирида-ратырна, Анна-тарна, Анна-тарна, Анна-тирида-ратырна. А на горе стоит избушка красной глиной мазана. Там живет твоя подружка, за ногу привязана. Анна-тарна, Анна-тарна, Анна-тарна-тарна, Анна-тарна, Анна-тарна, Анна-тарна-тарна. Ой.
по тропе 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 тропиночки, и станцились каблуки, износятся ботиночки. Вот, до свидания, солнышки, прощай, ярко-ли, а на чужбине поженюсь, приеду не один. Вот заречка, и за суртанька, и шла девчонка, спала лайкай, как пауке, как подошли, прокатится, как шерсть нашли. Эй, залетка, где ж ты дома? Здесь опташка, лети прямо. А пляса ли, да, довольна, гармонисту ручки больна. На общую! И мы пойдем когда дому, да уже светает белый дом. Мальчина укроет нас, не узнай, кружатся в речке недонута слова признания. Жаль, что на свете любви нет без расставания. За селом нашим уже начинается благодать и раздолье. Уже виднеются горы, только это не горы, это кучунуры, так они у нас называются. Холмы, луга, долины, все в зелени, бесконечные согры, услоны, гривы, травы по грудь, в траве ягоды всякой, и вот над всем этим синее-синее, алтайское небо. Рдеет, дрожит вдалеке горячий воздух. Над косогорами сухой стрекотный звон кузнечиков. Вечером пахнет полынью, дымком, волглой пылью. Кричат перепела, крякают на озерах утки. И слышно, как вдалеке бьется бешеная Катунь. И вот над всем этим рдеет, пылает соломенный пожар зари. Так хорошо на земле и так тихо.
войну. Войну нам было по 12-16 лет. Многие уже работали, и никакого клуба у нас не было. Но как ни трудна жизнь, а ведь все-таки через 16 лет не переступишь. Собирались ведь, на вечеринку собирались. Была балалайка, ну, режь гармонь. И играли, играли фантики, и крутили шестерку, и целовались. Да, и у тех, у кого постарше была та желанная, с которой можно было поцеловаться, и сердце замирало, когда удавалось это сделать при всех. Да, это надо было сделать при всех, и потом живешь целую неделю, ждешь субботы, чтобы опять встретиться с желанной. И не хочется говорить мне здесь о чистоте отношений. Нет, она была. Она всегда есть в 16 лет. Но что хочется сказать, так это то, что было весело. Весело было. Ведь кто организовал? Да никто не организовывал. Сами все делали. И работалось, и жилось, и танцевалась. Эти вечерки стали разгонять, подчистили храм, вынесли оттуда семенной овес, сказали, вот, теперь это клуб, А мы нет, стали прятаться, сопротивляться, не лежала душа к такому клубу. Привозили кино, но это редко, в основном лекции, танцы, а мы не, ну, не лежала душа и все. Разгоняли наши вечерки, ну нельзя, это же ведь народное творчество. Вот что-то убили. Ведь традиции ты не придумаешь. Просто так-то ее. Зря погубили народное творчество. А в 15 лет. А в 15 лет я уже писал первое свое любовное письмо. Ох, голова у меня шла кругом, пока писал, но писал о том, как я влюбился. Она была приезжая. Мне это сразу понравилось. Она училась в школе, в которой я учился. Она была тихая, она была косы, глаза. Вот все мне сразу в ней понравилось. Ну, я и сел. А еще вспомнил, там у них парень один какой-то хотел отравиться из-за нее. Потом сказали, что только пугал, но я это когда узнал, я вообще голову потерял.
И вот однажды, я даже сейчас и не помню, как это случилось, но это случилось. Я пошел провожать Марию из клуба. Мария, ее так звали. Мария, мне это тоже ужасно нравилось. Иду и думаю, Господи, как же страшно. Страшно, вдруг вот сейчас остановится, скажет, да не надо меня провожать, и уйдет. Ой, иду и молчу, Господи, помню, ну молчу и все, и иду, слова из себя вытащить не могу. А ведь мог сказать-то при случае, мог ведь вернуть. Нет, иду и сердце, как картофелина в кипятке, ворочается. Напоследок только прижал ее покрепче. И бегом домой, как на крыльях. Ух, теперь вы меня не возьмете. Сильный был в ту ночь. Всех любил и себя любил. Потому что, когда кого-либо любишь, то и себя тоже любишь. А потом 3 дня ее не было дома. И в клуб не ходила. Я сначала думал, ладно, ничего, я пока пообвыкнусь, попривыкну. Подраться даже успел с одним там парнем. Подошел один такой, спрашивает, что Марию провожал? Гну-гну, теперь я буду. Колун, парень здоровый, такая усмешка противная. Но я к тому времени же умел брать на колган. Это значит головой бить. И вот он пока маслами своими махал, я его 2 раза на колган-то и взял. Но Марии еще нет и нет. Я же только потом узнал, что это отец ее не пускал в клуб. А мне в тот момент показалось, что я ей совсем не понравился. Что вот я шел и молчал. Что, или еще хуже, думаю, что она боится выйти. Что-то она выйдет, а я как встречу и всыплю ей за то, что она не хочет со мной дружить. А у нас так делали в деревне, да. И вот бегает девка потом за дами да огородами, пока ухажер не найдется. Вот тогда-то я и засел за это письмо. Слушай, Мария, это я так писал. Ты что, с этим Иваном П. дружить начала? Ты с ума сошла? Ты же не знаешь этого парня. Он надсмеется над тобой и бросит. Его опасаться надо, как огня, потому что да он уже испорченный. А ты, девочка, нежная. А у него отец родной, враг народа, и сам он ходит на ножах. Так что ты смотри, мой тебе совет, да заведи ты себе хорошего мальчика. Будешь с ним дружить. В школу вместе будете ходить. А этого дурака ты даже из головы выкинь. Опасный он. Почему ты думаешь, он в школу бросил? Думаешь, правда, по бедности, а ху-ху, не хо-хо? Он в городе побывал и снюхался там с урками, и теперь ему одна дорожка в тюрьму. Так что ты смотри, с какими-то глазами потом пойдешь в школу. Когда ему выездная сессия сунет в клубе 5 лет, а ты же со стыда сгоришь. А что родители твои скажут? Мать с отцом, когда повезут его в тюрьму? А его повезут, вот увидишь. У него ж все мысли направлены только на то, где это своровать. Или пырнуть кого-нибудь ножом. Ну нет, ну тебя-то, конечно, он не пырнет. Но научит плохому. А? Какая про тебя тогда пойдет славушка? А ты ведь еще, ну, молодая, тебе же жить да жить. А его песенка спета, опасайся его, никогда с ним не дружи. И обходи стороной. Он знается, знаешь, какими людьми? Которые могут и квартиру ведь вашу обчистить, тем более вы богатенькие. Вот он вас и наведет на них. А случись ночной дел, и прирезать могут, а он будет стоять, смотреть и улыбаться. Ты никогда не узнаешь, кто это тебе написал. Но писал знающий человек. И он желает тебе только добра. Как-то так. И вот уже много лет спустя к
тому моменту уже бывшая моя жена Мария, глядя грустными глазами на меня, сказала, что я разбил ее жизнь, посоветовала не пить много вина, и тогда у меня все будет хорошо. Мне так стало ее жалко. И себя жалко. Я ей тогда ничего не ответил. А письмо это ведь я ей тогда так и не отправил. Сранила колечко со правой руки, забила сердечко, а милом дружке ушел он далеко, ушел по весне, не знаю искать где, в какой стороне у белой березки вечерней порой я жду, не дождусь я милого домой, надену я платье к милому, пойду, а месяц дорожку в 15 лет я снова попал в БИСК, но теперь уже как студент автомобильного техникума. Я был взрослее, уже немного смелее, но и тогда он пугал меня. Слишком много надо было заново понимать, слишком далеко раздвигался горизонт, и жизнь оказывалась большая и сложная. Нет, учиться, конечно, надо, хорошо надо учиться, но вот... И реку эту, и острова, и околок, и согра, это ты только теперь и вберешь в сердце. И всю жизнь ведь потом будешь помнить и любить, и если тебя судьба занесет куда-нибудь далеко от этих мест, то ты будешь любить их. Так любить, что и заплачешь ночью, когда будет тяжело. И с этим ведь уже ничего не поделаешь. Это уж так, не мы так решаем. Кто-то за нас распоряжается, но это так, проверено. И еще, слышь, парень, погляди на эту дорогу. Погляди. Внимательней погляди. Это из села. Вон, столбы туда пошагали. Подойди, послушай, как гудят провода. И еще погляди вот на эту дорогу. А теперь погляди на меня, в глаза мне.
Не торопись, парень. Слышь меня, не торопись. Может быть, ты и уйдешь когда-нибудь, только не торопись. Везде хорошо, где нас нет, это не сегодня сказали. Но здесь тоже неплохо. Не для чего я тебе это рассказываю, просто дорого мне все это. Дороже этого потом никогда ничего не было. Вот я и делюсь. У тебя будет свое, другое. У меня это, земля-то у нас, она одна. Ты тоже потом расскажешь детям своим или внукам. А ведь ты расскажешь. Ты расскажешь, что запомнил хорошего, светлого. Ведь не утерпишь. Расскажешь. Я редко кому завидую. Но вот завидую своим далеким предкам. Упорству их, силе огромной. Я бы сегодня даже не знал, куда деваться бы с такой силой. Я только представляю себе, с каким трудом они проделали этот путь с севера Руси, с Волги, с Дона на Алтай. Я только себе представляю, а они его проделали. Если бы не наша теперь осторожность насчет красивости, я бы, наверное, позволил сказать себе, что склоняюсь перед их памятью. Благодарю их самыми дорогими словами, какие только есть у меня на сердце, потому что они обрели себе и нам, и многим, и будущим прекрасную Родину. Красота ее, ясность ее поднебесная, редчайшая на земле. Да нет, это легко сказать, но... Красивого на земле много, много, вся земля красивая. Но дело-то не в красоте. Дело-то, наверное, в том, что дает Родина каждому из нас. Скажем, в дорогу, когда тебе, предположим, предстоит путь обратный тому, который однажды совершили наши предки. Золотая, вообще, что дает Родина человеку на всю его жизнь? Родина, мое ли это? Мое ли это Родина, спрашиваю себя. Мое. Мое. Моя Родина — это там, где я родился. Это там, где я вырос. Мое. Я говорю это с чувством глубокой правоты, ибо всю свою жизнь несу Родину в своей душе. Я люблю ее, я жив ею. Она придает мне силы, когда случается трудно или горько. Я не выговариваю себе это. Нет, это не чувство. Я не извиняюсь за него перед земляками. Оно мое. Оно это я. Вот трудно понять. Но вот скажут где-нибудь Алтай. А вот сердце так и защемит. Когда буду помирать, если буду в сознании, то в последний момент успею подумать о матери. О детях и о родине. Мне шел 17-й год, когда я ранним утром по весне
уходил из дома. Мне еще хотелось разбежаться и прокатиться на ногах по гладкому, светлому, как стеклышко, литку, но надо было уходить. Уходить в огромную неведомую жизнь, где ни одного человека, родного или просто знакомого. Было грустно, грустно и страшно. Мать вышла провожать меня за село, перекрестила на дорогу, села на землю и заплакала. Я понимал, ей больно. Больно и страшно, но еще больнее и еще страшнее видеть мать, у которой голодные дети. Оставалась Наташка. Она была еще маленькая. А я мог уйти. И я ушел. Трудовая книжка. Окончив только 2,5 курса, Бийский автотехнику пришлось оставить. Ну, матери надо было помогать, ей было тяжело материально. Работал в колхозе в своем селе в качестве рядового колхозника. В 1947 году поехал в Москву. Ну, надо было продолжать дальнейшее образование. Хотел совместить с работой, но учиться устроиться не удалось. Поступил на работу в трест «Союз проммеханизации» и был сперва направлен в Калугу на турбинный завод в качестве слесаря-такелажника, затем во Владимир на тракторный завод, после работал на строительстве электроподстанции и железнодорожного моста в Подмосковье. Был разнорабочим, учеником маляра, и работал с плотниками.
И вот осенью 49-го года был призван на срочную военную службу, военно-морской флот СССР. Служил сначала в Ленинграде, а затем был приписан в Севастополь. Письмо матери. Севастополь, 1950 год. Здравствуй, мама! С горячим сыновьим приветом тебе, Василий, получил твое письмо, первое письмо из дома. Можешь ли ты представить себе, дорогая моя мама, как обрадовали, взволновали меня эти два листочка, написанные тобой. Я же ведь забыл, когда из моих глаз выкатилась в последний раз слеза. А тут я не мог сдержаться. Я не могу выразить словами это чувство. От них повеяло на меня родиной, полями, домом. К ним касалась твоя рука. Мама, дорогая моя мама, бесценная моя, мысль о тебе всегда была моим самым верным спутником. Она поддерживала меня в трудные минуты. Она всегда направляла меня на верный путь. Я мог забыть о чем угодно, но не только о своей матери. Дорогая моя, твое беспокойство и желание мне понятно. И я никогда не забуду этого. Как вы там с Наташей? Скажи мне только откровенно, мам. Надеешься ли ты, что она выдержит экзамены? Я в этом отношении целиком полагаюсь на твою веру. Вот ты пишешь, что тебе жалко нас. А вот жалеть нас не надо. Жалеть можно только потерянных людей. Людей, запутавшихся в жизненных явлениях. Вот тех нужно жалеть. И не только жалеть, помогать им надо всячески. А я не считаю себя человеком заблудившимся, живущим бесцельно и безобразно. Нет! Наташа тоже с твоей помощью. Большое тебе за это спасибо, мама. Тоже ведь встала на верную дорогу. Ты говоришь, она советует мне не опоздать с пивом? Это любопытно. Она рассуждает, как заправская хозяйка. Только разве ты ей скажи, что с пивом-то мне, боже, может не торопиться. Я ведь не пью. Я ведь уже писал тебе об этом. Я же писал. Но я знаю, что ни ты, ни Наташка не поверили тогда моему письму. А ведь я в самом деле не пью. Я вот только если ради нашей встречи смогу, да, немножечко выпить. Как исключение. С тобой, мама, мы выпьем. Обязательно выпьем. Ты знаешь, вспомнился мне вот, как я начинал, да? Помнишь? Разворачиваться. А? В деревне-то. Как настоящий гуляк. И ничего, вот как будто так и нужно было. Как хорошо, что это все уже позади. Зато вот я теперь спокойно могу сказать тебе, что не было у меня больше ни одного туманного дня. Трезвыми глазами можно многое увидеть, можно многое рассказать. Ну а как твое-то здоровье, старушка? Говоришь, волосы побелели. Ну так не мудрено. Я иногда думаю о той жизни, которой тебе довелось прожить, и понятно, отчего у тебя волосы сидеют. Я прошу тебя, мама, ты побереги себя для нас с Наташкой. Мы ведь только-только собираемся выйти на эту дорогу. Нам впереди предстоит еще интересная жизнь. Так что желаю тебе здоровья. Здоровья прежде всего. И очень хочу всем сердцем, чтобы жизнь тебя радовала. Обо мне не скучай, а Наташе тоже. Скоро приедем. Будь же здорова, милая моя мама. Милая моя мама. А в декабре 52 года у меня нашли язву желудка, 12-перстной кишки. Я был демобилизован. И вернулся обратно в село. Звание старший матрос, специальность радист особого назначения.
Приехал домой в начале 53-го года, сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости и отработал в Сростинской вечерней школе сельской молодежи учителем литературы и русского языка, исполняя одновременно обязанности директора этой школы. Ну, учитель я был, конечно, не важнецкий, ну, конечно, без специального-то опыта. Но я не могу и теперь забыть, как хорошо, как благодарно смотрели на меня наработавшиеся за весь день девчонки и ребята, когда мне удавалось рассказать им что-то такое, что-то интересное. Я любил их в это мгновение. В глубине души не без гордости и счастья верил, что вот теперь, в эти минуты, я делаю что-то настоящее. Настоящее и хорошее дело. Жалко, вот у нас мало вот таких минут в жизни. Вот из таких минут, видно, и состоит счастье. Аттестат зрелости выдан Шукшину Василию Макаровичу. Село Сростки. Русский язык 3. Литература 4. Всеобщая история 4. Конституция СССР 5. Физика 3. Астрономия 4. Иностранный язык 3. Настоящий аттестат дает право его владельцу поступления в высшие учебные заведения Союза СССР. Переменив кучу профессий, я даже представить, что я когда-нибудь буду снимать кино. Исколесив всю страну, я как-то раз очутился в Москве. Я решил поступать в историко-архивный институт. Но мне нравилось это дело. Но была параллельно еще одна мечта. Я хотел попробовать себя в литературный институт. Но когда я туда пришел, меня встретил один опытный студент, который сразу сказал: «Но для этого надо иметь отпечатанный, а еще лучше изданный рассказ». Он мне посоветовал не расстраиваться, а идти и поступать во ВГИК. Нужно было где-то переночевать, был уже вечер, денег не было. Вот я пристроился на скамейке, на набережной, и вдруг около меня останавливается какой-то человек. Разговорились, и он оказался земляком, он тоже из Сибири, с Оби. Мы разговорились, он узнал, что я не ел целый день, пригласил меня к себе домой. Мы разговаривали с ним всю ночь, пили чай, он мне рассказывал о кино, о жизни. У него тогда что-то не ладилось, вот он и открылся перед неизвестной мальчишкой. А когда я с ним встретился через 10 лет, то он-то меня, конечно, не узнал. А я эту встречу запомнил на всю жизнь. Потому что это был режиссер Иван Александрович Пырьев. Пырьев! Москва 54-го года.
54-й год. Шли вступительные экзамены во ВГИК. Подготовка моя оставляла желать лучшего. Эрудиции я не блистал, да и вообще всем своим внешним видом вызывал недоумение у приемной комиссии. Но сейчас, спустя годы, я уже понимаю, что спасла меня тогда, скорее всего, письменная работа, которую нам всем задали. «Опишите, — говорят, — что происходит в коридорах института во время поступления». Вот я и описал. Тема была горячая, вот я в ней и выложился. И о чем спорим, и чего боимся, и о чем ругаемся. Все сказал. Вестибюль института кино. Нас очень много здесь, молодых, неглупых, крикливых человечиков. Всем нам когда-то пришла в голову очень странная мысль посвятить себя искусству. И вот мы здесь. Мы бессмысленно толпимся, присматриваемся друг к другу, ведем умные разговоры. Лица наши хотят выражать спокойствие и зрелость мысли. Мы очень самостоятельные люди. Всем своим видом показываем, что мы родились для искусства. Знакомимся мы осторожно. Подозрительно всматриваемся друг в друга, опасаясь втайне встретить людей, которые имеют больше несомненных шансов поступить. И тревожная мысль о конкурсе не покидает нас. Но у нас достает духу даже шутить на эту тему. Время тянется томительно долго. Наконец, получив документы, мы расходимся. В общежитии мы знакомимся уже поближе. Впрочем, все мы единодушно сходимся на том, что только мы 9, а не те 180, достойны поступления. Правда, для очистки совести мы говорим о том, что мы сомневаемся в удаче. Каждый из нас даже называет каких-то других талантливых молодых людей. Но каждый знает, что он талантливее других. И доказывает это каждым своим словом, каждым своим движением. И вот среди нас неминуемо появляются так называемые киты. Люди, у которых прям на лбу написано: «О, этот будет режиссер или актер. Он сильно выделяется среди обыкновенных людей». Так вот, один такой. Среднего роста, худощавый, с подлинялыми обсосанными конфетками вместо глаз. Отличается тем, что может, не задумываясь, говорить о чем угодно, и все это красивым легким языком. Этот человек умный и хитрый. У себя дома, должно быть, пользовался громкой известностью хорошего и талантливого молодого человека. Имел громадный успех у барышень. Он понимает, что одной только болтовней, пусть и красивой, нас к себе не расположить. И вот он вытаскивает из чемодана кусок сала, хлеб, и с удивительной искренностью приглашает всех к столу. Мы ели сало. И, может быть, даже понимали, что сало-то ему жалко. Потому что, ну, слишком он хлопотал, когда его резал. И когда предлагал его нам. Но нас почему-то это не смущало.
сидели и ели сало. Так вот, он создает вокруг себя атмосферу. Атмосферу из запаха дорогого табака и духов. И не задумываясь, прямо сейчас мог бы стать режиссером, потому что он знает, как надо держать себя режиссеру. Но однако приближался день экзаменов, и киты эти наши как-то присмирели, начали уже поговаривать о том, что их самих могут не взять. И вот в день экзаменов они чувствовали уже совсем плохо. Наверное, правду себя не чувствовали не хуже нас. Когда, наконец, один из них зашел в страшную дверь и через некоторое время вышел, у нас не было сомнений в том, что он провалился. Мы с каким-то неловким чувством обступали его в вестибюле, начали закидывать ненужными вопросами. Кит рассказывал, как он рубал на экзаменах, а в глазах у него метался страх, неуверенность. Словечки по-прежнему свободно сыпались у него изо рта, но видно было, что вспоминает он неприятные ощущения. И он даже, кажется, начинал понимать, что нужно-то было не так. И вот в тот момент, когда лицо его приобретает естественное выражение, нам становилось его жалко. Но он тут же вспоминает, что он прежний кит, самоуверенность и непринужденность и невнимательность возвращается к нему, и жалость наша пропадает. А пусть его учат жизнь, если ты не хочешь слушать людей. Ну а дальше произошло знакомство с Михаилом Ильичем Ромом, мастером нашего курса. Нас заранее еще напугали, что это такой человек, что если посмотрит, он испепелит глазами. А на меня посмотрели ласковые глаза. Ласковые, он так просто, легко со мной заговорил, стал спрашивать о литературе, о жизни, что... Ужас экзамена превратился в прекрасную, легкую беседу. Михаил Ильич Ром. Вот в жизни случаются вот такие повороты. Вся судьба моя тогда в том разговоре, наверное, и решилась. Я, конечно, заметно выделялся среди поступающих, ну, конечно, своей дремучестью, своей неотесанностью. Ну, даже был такой случай, меня на экзамене как-то Охлопков прикупил, спрашивает меня: вы не подскажете, а где сейчас работает Белинский Виссарион Григорьевич? Я говорю: это критик, что ли, который? Ну да, да, да. Где он сейчас работает? В Москве или в Ленинграде? Он же умер. И главное, с излишней горячностью стал ему так. Ну он же умер, Белинский-то! И так горячо это доказывал, что все лежали, катались. А Хлопков смотрел на меня: не, серьезно, да что вы говорите, не может быть. Все смеются, а мне каково? А вот Михаил Ильич Ром смотрел все это время на меня и слушал. И смотрели на меня бесконечно добрые глаза, чуть ироничный, чуть улыбчивый взгляд поверх очков. Я вот думаю, Чем он привлекал к себе? А вот тем, наверное, что мысль его работала постоянно. И вот как-то не могу себе представить его на рыбалке или, скажем, в очереди. Нет. Я понимаю, что мыслить можно везде. Но в памяти он у меня живет мыслящий, размышляющий. В жизни с возрастом потом уже понимаешь, что все гибнет, и молодость, и чувства, и страсти, все гибнет, но мысль не гибнет.
мысль не гибнет, и прекрасен человек, который несет ее через всю свою жизнь. В мастерской Ромы мы учились, конечно, не только режиссуре. Михаил Ильич требовал, чтобы мы сами пробовали писать. Он отправлял нас на разные объекты, на вокзал, на площади, просил записать все, что мы там видели, а потом все вместе друг друга читали и разбирали уже в мастерской. Мне он даже однажды посоветовал: ты знаешь, ты пиши и отправлять в редакцию, не торопись, ты мне сначала дай почитать. Ром следил за моими первыми шагами, и вот настал момент, когда он подошел ко мне и сказал: а вот теперь сам. Ты парень крепкий. И я в тот момент и обрадовался, и расстроился. В моей жизни произошел переворот. Мне везло на добрых людей в искусстве. И я в тот момент понял: изо всех сил я буду стараться писать об этих людях, писать правду о них, об этих людях, с которыми мне довелось жить вместе. Ну, как говорится, ну и дай мне Бог здоровья! Закончилась первая передача.